Мэра Кликов и сквер в вашем районе благоустроят уже в следующем году, напоминает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Если хотите, чтобы рядом с вашим домом появилось современное, комфортное, уютное и безопасное общественное пространство, голосуйте. Ведь именно от вашей активности зависит обновление парков, скверов, площадей и других территорий. До 31 мая на платформе 63.городсреда.ру проходит всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. От Самары участвует 20 пространств. Территории лидера голосования преобразятся уже в следующем году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Приложение «Госуслуги Дом» запустят по всей России, сообщает в телеграм-канале Октябрьского района. Новая разработка позволит россиянам управлять коммунальными услугами и проводить общие собрания собственников. Минимальная цель на конец 2023 года – 1 миллион пользователей. Пока приложение тестируется в 5 регионах. Оно станет подручным инструментом, позволяющим передавать показания счетчиков, отслеживать их статистику, оплачивать коммунальные услуги, видеть свои счета за ЖКХ, подавать заявки в управляющую компанию, сообщил заместитель Минцифры России Дмитрий Огуряев. Бесплатная аренда технических средств реабилитации доступна каждому, напоминает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В инватехнике нуждаются не только люди с инвалидностью. Каждый может попасть в ситуацию, когда срочно нужны костыли, ходунки, пандус или даже коляска. Все это и многие другие технические средства можно взять бесплатно в аренду в инклюзивном ресурсном центре по адресу Подшипниковая, 16. В телеграм-канале промышленного района поздравляют образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» школу номер 154 с победой во всероссийском соревновательном марафоне в формате гимнастрады. Примечательно, что почти весь блок гала-концерта марафона, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне, был представлен творческими коллективами этой школы. Впереди финал в Москве, на котором коллектив «Фантазия» будет защищать честь нашего региона на уровне России.